вчера утром мне звонит, а вот затем, ну как, короче, 18 человек арестовали, он сказал, вот этих, которые отказались. А не, больше по... Нет, не так что? Ничего, короче, они тут как получается, они все здесь, ну, те, кто отказались, и там ходят, их там, короче, уговаривают, типа, по-моему, там в концлагере в ЛНР там отправил, ну, какая-то, знаешь, возня, все тут ходят пьяные, бухают, никто, короче, ничего не делает, гонит самогон, короче, и вообще ничего не происходит. Ну, тут так, короче, анархия, произвол и коррупция. Короче, стояли там вот, ну ночью привезли там, ну, это, ну там напали на нас там этими беспилотниками, закидали там гранатами. Uh-huh. Вот, мы стояли там два танка рядом, слева наш, uh-huh. справа вот, и Лёша, типа, это самое, типа, его из всех трех ранило, вот, мы их привезли и в госпиталь. Потом вернулись на то же место, там уже с другим экипажем, uh-huh. а там минами забросало. Пример, который там же справа стоял, там командир его убило, тоже привезли вчера. Есть. Ну и вот сегодня там как бы дали отдых, вот эти все трясутся там, ну вроде там их отпустил, там один там сразу отказался, второй вот еще думает. Не все хотят жить, потому что, Паш, все хотят жить. Да, ну да. Ну че, блядь. Окей, блядь. Да нет, пока это самое, вот все, ничего такого не случилось, чтобы отказываться. Ну да, стреляют. Ну да, убивают, ранят и так далее. Ну, не знаю, как это объяснить, но меня еще пока это чувство не покинуло, что я здесь как бы не в своем месте. Пока не покинуло, не знаю.